Всем привет и хорошего настроения. Продолжаем с вами играть в игру Зомби Война. Так, что у нас тут? Забираем, естественно, ежедневки. Это обязательно. Так, ну и приступим. Давайте-ка посмотрим вот эту миссию. 70-я сложная. Так, у нас здесь, значит... Оу, и бегун бежит к тому же. Хорошо, надо по-быстренькому нам гренадира. Ну что ж так долго-то, а? Да, с тремя звездами уже не получится пройти. Так, давай убиваем. И гранату. Шикарно. Так, пожарник, выходи. Разберись тут со всеми. Ёлки-палки, сколько тут этих бегунов, а? Давай гранату бросим туда, в толпу. Не совсем то, что я, конечно, хотел. Но, по крайней мере, больше половины сгорело. Сейчас мы еще одну бросим. И еще одну. Вот так вот. Вот теперь уже вроде бы около дела. Черт подери, вот эти вот пожиратели трупаков меня, честно говоря, очень сильно бесят. Нате гранату вам. Так, я дальнего поджег, отлично. Так, ну пожарнику, как говорится, по барабану на огонь. Можно здесь и напалм бросить. Да сгорите уже, отлично. Так, давайте-ка, наверное, сапа вызовем. Пускай он улучшает мне пожарника, который будет сейчас драться, что есть силы. Блин, сап погиб, елки-палки. Естественно, он против этого бегуна бессилен. У них очень большая сопротивляемость к огнестрелу. Ну что ж ты тупишь-то, а, строитель? Я так на тебя рассчитывал, он стоит, как обычно, тупит. Давайте подожжем здесь все. Так, пулеметчик, вперед. Ну что ж, ребята, есть небольшой шанс у нас пробиться. Гранату бросим сейчас. Блин, ну почему тот не сгорел, а? Обидно. Так, давайте, наверное, вот так сделаем. Сап сейчас наложит на них баф, и они будут быстрее драться. Ну и результат. Результат плохой, очень плохой. Ребята, а нет, сапа подобьют. Да, подбили. Да сколько же вас там, а? Так, надо туда, наверное, гранату пульнуть. Так, ну этого мы в рукопашку сделаем. А вот туда надо гранаточку обязательно. Так, пулеметчик у меня готов. Давайте-ка воспользуемся. И пробиваем как можно быстрее баррикаду, чтобы нам пройти дальше. Нет, бегун, ты сюда не подбежишь. Пожарник у меня отлично сработал на 100%. Ну, осталось маленько. Отлично, ребята, мы прошли с вами этот уровень. Поздравляю нас. Едем дальше. Сейчас мы с вами получим опыт, деньги. Ну и будем следующую миссию проходить. Так, отлично. Поехали. Ну что же, ребята, давайте тогда, наверное, здесь с вами будем проходить вот эту 58-ю. Невозможно. Потому что на остальных пока тяжело мне. Так. Пока я вижу трупоеда. Давай, гренадир, быстрее. Тут, надеюсь, никаких бегунцов не будет у нас. Сейчас я их гранаткой-то быстренько напичкаю. Давай, бросай. О, как раз и бегуны выбежали. Отлично, сейчас было сделано. Так, их надо поджигать. Все, нормуль. Так, наша цель пройти. Пройти этот уровень, ребят. Пофиг, что мы не с тремя звездами, но главное пройти. Заработать опыт, деньги и открыть карту. Так, давайте, наверное, киданем гранаточку туда. Отлично. Так, у нас в общей сложности три пожирателя здесь в данный момент. Давайте поставим генератор. Оу, вот это вот плохо, ребята. Давайте сжечь их. Хорошо, что они все забежали, кроме вот этого, на мой огонь и пострадали. Так, этот сейчас сгорит. И у нас остается только один пожиратель. Давай, сап, ну, быстрее бафай, отлично. Гранату бросаем. Черт, не справится он, к сожалению. Обидно. Но будем надеяться, что пожарник все-таки сделает дело. Так, бегуны, жгем. Все очень даже хорошо получилось.
большая часть сгорела. Так, расчистили себе проход. И теперь только остается разбивать баррикаду. Главное, чтобы не выбежали опять бегуны. Ну, это ерунда, что он тут встал. Сейчас его мой строитель. Вот так. И вот она, ребята. Вот она, победа наша. 58-я миссия пройдена. Ну что же, продолжаем с вами дальше. Опыт и деньги получаем и едем вперед. Ух ты, тут еще и карту можно приоткрыть. Да, приоткрыл. Так, ну что, здесь нас, ребят, встречают токсические чувачки в костюмах. О, бегуны сразу же, да че так, блин. Давай, давай, давай. Давай, гренадир, фиг с ним. Хотелось бы, конечно, пожарника, но... Сейчас будем бросать гранату. Вот сюда. Нормуль. Да ну нафиг, хорош, завязывайте. Ёлки-палки, тут еще, оказывается, эти барышни. Так, жечь пока мы не будем, ничего. Блин, кого бы нам вызвать, а, ребята? Гренадира САП, давайте гренадира. Сейчас мы гранату туда забросим. Вот так. Отлично. С этим справляемся. Ах ты, елки-палки. Гренадир сгорел. Ладно, ставим генератор. Опять бегунцы. Блин, а я потратил, оказывается, елки-палки куда-то. Давай, строитель, прикрывай автобус. Оу, как мало хпшек у него осталось. Так, надо поберечь, наверное, коктейль Молотова. Черт подери, блин. Горите нафиг. Вот это хорошо. Не зря я приберег бутылочку эту. Так, генератор дает нам храбрость. Так, вызываем строителя. Блин, успей, пожарник, убить этого токсического, пока у меня... Нет. Нет, 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 не получается. И строитель сейчас у меня, да, уже помер. Так, гренадир САП. Вот это будет самое то, что надо. Бросаем гранату. Ай! Чуть-чуть не туда. Пришлось мне их поджигать, ребята, коктейлем Молотова. Другого варианта я не видел. Так, давайте гранату бросим. Ну, тут осталось-то совсем немножко. И... Нет, нет, только не банши эти. Отлично, ребята, мы прошли с вами 77-ю миссию. Поехали с вами дальше. Что у нас тут? Карту немножко открыли. Так, что будем выбирать, а? Ну что ж, давайте тогда мы сделаем вот так. Сейчас вызываем... Ах ты, елки-палки, бегуны. Ладно, гренадира сейчас вызовем. Он убьет этого бегунца. И гранату мы туда бросим с вами. Прямо в эту кучу. Вот так вот. Самое то, что надо. Поджигаем. Вот здесь, наверное, где-то бросим. Вот так. Так, эти тоже через огонь должны пробежать обязательно. Блин, один... А нет, все нормально. Пожарник его перехватил. Так, эти у нас тут постоянно будут вставать. Давайте еще одного гренадира. Бросать надо гранату. По-любому. Есть. Вот это хорошо получилось. Пулеметчик, если что, воспользуемся им. Давайте пока так сделаем. Так, бросим гранату на всякий случай. Мало ли там кто впереди бежит. Подождем. Все, ребята, что-то уж довольно быстро. Мы прошли 79-я миссия, пройдена. Жалко, что не с тремя звездами, конечно. Ух ты, тут у нас еще и карта открывается. И миссия дополнительная. И мы получаем с вами 11 уровень. Ребят, поздравляю нас. Получили еще шоколадку. Ну что ж, давайте тогда начнем с вами вот эту миссию проходить. 80-я, сложно. Попробуем, по крайней мере, затащить. И у нас тут, как мы видим, два жирных идут. Понятно. Так, что, возьмем, наверное, гренадира. Пускай он сейчас бомбанет туда. Ага, и бегун. И еще эти фрицы идут. Так, ну-ка. Да, промазал. Да куда ж ты, елки-палки, а? Блин, ну давай быстрее.
поджигать придется. Иначе у меня автобус разбомбит. Так, ну пожарник с ними справиться должен. По крайней мере, вот с этим вот охламоном. Отлично. Так, давайте гренадира срочно. Мне нужно туда бросить гранату, чтобы их всех взорвать. Вот чего я, в принципе, и добивался. Конечно, не всех покоцал, но тем не менее. Ух, мы уже баррикаду бьем. Это радует меня. Так, давай, подходи, сейчас тебя мой шериф расстреляет. Ха-ха, ходунок. Так, сжечь, сжечь срочно всех. Так, и толстяки, если сейчас дойдут до огня, нет, не дошли. Они остаются целыми. Так, граната полетела. Черт, куда сейчас мой строитель побежит? Понятно, на жирных. Ёлки-палки, тут полный замес. Ну, пожарник, давай, вся надежда на тебя. Ты тут у меня один только герой остался возле баррикады. И отлично все, ребят, мы проходим с вами 80-ю миссию. Довольно неплохо, с двумя звездами. Так что продолжаем. Карта открывается у нас. Так, тут можно за бензин еще открыть. Давайте сделаем, еще можно. Далее. Так, новый уровень. Испытание 1. Нужно 290 звезд. А у нас только 250. Хорошо, давайте тогда посмотрим другую миссию. Какую только, вот я не знаю. Что у нас здесь? Испытание 2. 297 звезд там надо было. Значит, с этими пока миссиями можно вообще повременить. Давайте 83-ю попробуем. Может быть, у нас что-нибудь и получится. Так, опять у нас поджидает пожиратель. И бегут, бегут армии. Так, я даже не знаю, что сделать. Так, ну ты, шериф, тут бесполезен. У них очень сильная броня. Вот так вот сделаем. Под бафом, как говорится, они должны себя чувствовать великолепно. Давай, гренадир, бросай гранату. Отлично, просто хорошо было сработано. Храбрость поднимаем. Вызываем пожарника. Все-таки вот эти вот в синих бронежилетах в рукопашке сильные. Тут ничего не скажешь. Они только к огнестрелу слабенькие. Так, опять бегуны. Так, жгем. Подожглись? Да, все сгорели практически. Так, ну что ж, довольно неплохая тут зачистка у нас была. Кто-то у меня воюет, я не могу понять. А, пожарник еще сопротивляется, отлично. Генератор устанавливаем. Черт, мне нужен коктейль молота. А, нет, один бегун, видимо, там сгорел, пока бежал. Все, этого мы сделали, пожирателя. Ну, тут, конечно, может быть, поджечь. Давайте так сделаем. И как раз один из бегунов. Они даже вдвоем, по-моему, да, сгорели. Я думал один, но так даже лучше вышло. Давайте быстрее, храбрость, сап. Будем бафаться сейчас. Так, другого выбора я не видел, ребята. Пришлось мне использовать бутылочку храбрости. Так, сгорели. Давай, гренадира. Ох, сейчас он будет тут бомбить. Бросаем и жгем, наверное. Хотя можно было бы коктейль молотова не бросать, если честно. Давайте. Так, пулеметчика нашего. Все, расчистили. Бросаем гранату туда. Как говорится, на опережение. И у нас все шансы, ребят, пройти. Да, и мы проходим эту миссию. Все отлично. 83-я сложная пройдена. Продолжаем с вами дальше наш путь. И он будет у нас держать. Так, сейчас мы еще карту откроем. Немножко, все. Что бы нам выбрать-то, а? Так, ну эти у нас недоступны. Здесь у нас, по-моему, все пройдено. Так, 290. Тогда давайте перейдем с вами на другой уровень. Так, что у нас здесь? Давайте попробуем, наверное. Так, 93-ю нормально, да? Давайте с нее начнем. Ага, фрицы стоят. Кто нам здесь поможет? Нам, в принципе, гренадир нужен здесь, ребят. Сейчас. Давайте его вызываем. Бросаем туда, в эту кучу, гранату. Блин, ну... Оу, еще и эти тут. Ёлки-ты-палки, не думал я, конечно. Но они хотя бы и горят.
отлично. Все получилось как нельзя лучше. У меня коктейль Молотова, жгем. Потому что пожарнику пофиг на огонь. И начинаем бить баррикаду. Ай, нет, 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 ребята. Прибежали эти хламоны. Ай-яй-яй-яй, подбегают к автобусу. Черт, они отталкивают. Отталкивают просто-напросто моего гренадира. Он даже не успевает их побить. Шериф, отлично, справился все-таки. И опять, да сколько же вас тут, а? Сгорели? Ну, по крайней мере, горят. Черт подери, очень мало хп у нас у автобуса, ребята. Давайте еще гренадира. Я надеюсь, он успеет кинуть гранату в эту толпу. Нормуль получилось. Да елки-палки, вот только выкинешь гранату, как начинается вот эта вот беготня. Все, зачистку сделали. С этими должны расправиться мы, по идее. Давай, давай, строитель, не тупи, главное. Собафай их. Побыстрее, отлично. Теперь он будет расстреливать. Елки-палки, опять бегун. Давай, пожарник, выходи. Вся надежда на тебя. Отлично, справились мы здесь. Сап этих расстреливает. Они очень слабы, как не стрелы, поэтому падают здесь довольно быстро. И пробиваем, ребята, мы оборону. Черт подери, опять они прибежали, а. Так, дайте гранат. Даже гранату не успеваю выкинуть, представляете, ребят? Отталкивают, и у меня постоянно сбивается баф. Ой, баф. Бросание гранаты. Ну, да сколько вас, давайте. Ага, сгорели, отлично. Так, это сейчас взорвется. Ну что, ребята, в принципе, все шансы есть. Сейчас мы должны с вами пробить эту оборону. Главное, чтобы не выбежали эти опять бегуны. Так. Отлично, все, ребята, прошли мы 93 уровень. 17% всего лишь у автобуса осталось хп. Но все-таки нам это удалось сделать. Открывается у нас карта. Тут за 2 бензина можно приоткрыть. Так, и миссия еще одна. 94-я, нормально. Почему бы и нет? Вот только вот эти ребята мне не нравятся, конечно. Ну что же, будем тогда ждать, пока у нас накопится храбрость. Елки ты палки. Ну давай, давай, отлично. Давай джазу им тут. Так, надо сейчас бросить в толпу в эту. Опа. Ну хотя бы так, и остальных сожгем. Черт подери. О, как взрывается, как хлопушки там. Так, он загорелся, загорелся. И это тоже горит. Это хорошо, ребят, потому что... Ёлки-палки, еще и бафер здесь пришел. Вы посмотрите, а. Сейчас будет тут пыхтеть. Жаль, у меня нет горючки. Я бы сейчас их поджег. Черт. Плохо дело, ребята, плохо. Блин, я думал, что он будет бить ее, но он не бьет. Так, строитель, добивай этого мелкого прыща. Так, ну что, у меня там пожарник, как видите, с работягой. Со строителем бьют уже баррикаду. Им пока никто не мешает. И это нам на руку. Ну что же, у меня... Блин, вот этот бафер, не хватало его. Гранаты снесло. Отлично. Пока сработано все хорошо. Да как так-то, а? Ну-ка, давайте-ка. Горите, гады. Все, они сгорели. Эти давайте быстрее в огонь тоже ныряйте, чтобы вам было неповадно. Так, гренадир пошел. Мы будем бросать гранату, естественно. Черт подери, не туда совсем попала она. Ну что же, есть еще небольшой шанс, ребят. Да как тут без остановки? Пулеметчик у меня готов. Так, ну мы, наверное, с вами... Я вот даже не знаю, что сделать. Давайте так. И вот так сожгем у всех тут ядрени фени. А вот это уже плохо. Вот это уже очень плохо. Куда бежите, а, гады? Шериф, ну не подведи меня, блин. Молодец. Успел он все-таки его застрелить. И все. На этом, ребята, я думаю, что мы прошли этот уровень. Если, конечно, у меня пожарник успеет. Но, по ходу дела, нифига.
Хотя сап им помогает. Все, отлично, ребята, справились мы. Ну, справились мы. И этот уровень 94 мы прошли. Опять же, очень плохо. Всего 20% хп у автобуса осталось. Но зато прошли. Открываем карту. Так, у нас здесь за горючку можно открыть немного. Так, открылась дополнительная миссия, ребят. Там пока пусто. Ну что же, давайте тогда глянем, что это 96 уровень, нормально. Уровень сложности, так что пробуем. Ёлки-палки, а вот эти ребята мне не нравятся. Как их назвать-то, не знаю. Шариады, которые с поясами смертников. Так, давай. И бросаем туда, в эту толпу, гранату. Вау, получилось как нельзя хорошо. Да как же так быстро вы его убили, ёлки-палки, а? Горите тогда. Все, нормуль. Ха-ха, эти тоже сейчас в огонь. Блин, я не пойму, один почему-то пробежал, не загорелся, а второй загорелся. Как это можно вообще понимать? Горите там все. Так, гранату. Вот так вот, нормуль. Так, а это еще что тут делает? Значит, тут еще эти барышни будут выбегать, да, зомбированные. Давайте генератор поставим, чтобы нам храбрость копить. Эту гранату на опережение. Черт, подери! Так. Бежит, бежит, сгори! Сап, нет, давайте гренадира, потому что нам тут надо сейчас пробивать как можно быстрее баррикаду. Черт, подери! Ну, блин, два копа идут. Ёлки-палки и бегуны. Черт, моего строителя отталкивают от баррикады. Но здесь мы справились. Все, в принципе, осталось только два полицейских. Пока мы с ними не справимся, баррикаду мы разбирать не будем. Так, еще эти барышни бегут. Ёлки-палки. Ну. Как говорится, была не была. Нет, только не эти. Так, одна пробежала, хорошо. Это фигня, что он там бежит. Шериф свое дело сделал. И... отлично, ребят. Пройдена 96-я миссия. Автобус опять очень сильно покоцанный. И у нас с вами что? У нас даже с вами бензина нету, чтобы дальше продолжать играть. Ух ты. Ну что же, тогда на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Ух ты, еще и миссию дали дополнительную. 97-я. И продолжим уже в следующей серии проходить дальше. А на этом все. Всем пока, до скорых встреч, удачи вам.